Тревоги, стресс, панические атаки, неуверенность в себе, все это постепенно и постепенно подтачивает наш организм, в итоге приводя к серьезным заболеваниям. А это значит, что пройдена точка невозврата, чего ни в коем случае допускать нельзя. Поэтому я демонстрирую вам классный метод, который помогает. Вам надо найти уединенное место в квартире. Сесть на диван или кресло, удобно расположившись. Закройте глаза. Медленно дышите, концентрируйтесь на своем дыхании. Уже через несколько минут вы почувствуете, как ваше сердечное сокращение и пульс стали замедляться. А минут через пять вы почувствуете гармонию и умиротворение. Так нужно делать регулярно. Но, конечно же, друзья, только этот метод. Не поможет, не решит вопрос. Именно поэтому я создал сборник, в котором большое количество методов, упражнений и различных методик, которые помогут вам не дойти до точки невозврата. Просто переходите по ссылочке и пускай ваша жизнь заиграет новыми яркими красками.